Чувашии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников. Напомним, что с 22 по 25 ноября в инфекционный стационар были доставлены 16 учеников школы номер 30. 12 из них госпитализированы. В ходе эпидемиологического расследования случаев заболевания детей выявлены нарушения технологии приготовления пищи. Как сообщила пресс-служба МВД по республике, дело возбуждено по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Расследование уголовного дела продолжается.